Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, я являюсь официальным обозревателем компании Oriflame, и сегодня мы с вами протестируем тушь, которая к нам вернулась. Это нами любимая тушь 5 в 1 в новом дизайне, тушь Wonder Lash с невероятно крутой кисточкой, которую я просто обожаю, когда в Oriflame выходят новые туши, и я их пробую, они мне даже если нравятся, то я все время возвращаюсь к этой невероятно удивительной классной кисточке. Чем эта тушь привлекательна? Во-первых, она дает классный объем, изгиб и длину, она не смазывается, ее легко наслаивать, она очень эластичная, поэтому можно наложить 2, 3, 4 слоя, то есть довести тушь до такого объема и длины, который вам нужен. А также здесь стойкая формула, которая не растекается и не отпечатывается на коже. Итак, вы видите, что у меня абсолютно разные глаза. На левый глаз я уже нанесла тушь, а на правый сейчас делаем это вместе. Я просто хотела, чтобы вы увидели, какая огромная разница. Мой глаз левый выглядит таким большим и распахнутым, правда? Итак, берем тушь и делаем это вместе с вами. Первый раз, когда я наношу тушь, я использую короткую сторону ворсинок, которых практически нет, и подбираюсь как можно ближе к началу роста ресниц для того, чтобы создать эффект подводки, прокрасить все ресницы аккуратно, и сразу я довожу до самого края, чтобы уже задать направление и дать первый объем. Долго не жду, сразу набираю еще вращательными движениями тушь, и уже можно перевернуть на длинные ворсинки и начинать работать с длиной. Не ждите, чтобы тушь высохла, потому что когда она схватится, уже трудно будет исправить, если вдруг где-то реснички склеились или еще не добрали нужного объема и длины. Наслоили, сразу разделяю очень удобной кисточкой. И еще мне нравится то, что можно реснички сразу укладывать веером. Смотрите, как я это делаю: подняла и чуть-чуть прижала, разделила. Не забывайте про нижние ресницы. Сделаем третий слой. Даже с двумя уже объем и длина очевидные. Все готово. Чудо просто, как я люблю эту тушь, вам рекомендую ее попробовать. А в четвертом каталоге на эту тушь действует дополнительная акция, обязательно изучите условия на сайте компании Oriflame. С вами была Лилия Донскова, жду ваших отзывов о впечатлениях. Хлопай ресничками и взлетай!